получение выплат в рамках заявленных государством мер поддержки, решение жилищного вопроса, оформление ребенка в детский сад. Таков перечень основных проблем, которые волнуют сейчас многодетные семьи Тверской области. Какие-то из них можно решить в дистанционном режиме, а некоторые без личного обращения с мертвой точки вряд ли сдвинутся. Дабы разбираться в непростых ситуациях более оперативно и эффективно, руководители регионального отделения партии «Единая Россия» приняли решение о создании в Твери семейной приемной. Торжественное открытие, а также прием первых семей состоялись в среду, 29 июля. Уже потренировалась. Да. О, второй супер, сразу получил. Еще один. Вот так. Отлично. Все здорово. Вот так, небольшим движением ножницами, 5-летний Матвей Новиков положил начало огромной работе по решению проблем многодетных семей всего Верхневолжья. Первыми посетителями семейной приемной партии «Единая Россия» стала многодетная семья Новиковых. Мама Эвелина, воспитывающая 5 детей, пришла в приемную сразу с несколькими вопросами. Женщина говорила о возможности включения декретного периода в стаж родителям, сдаче буражевских участков многодетным семьям, бесплатном проезде в общественном транспорте школьников из многодетных семей. Но формат общения с первыми лицами региона, надеется многодетная мама, поможет ускорить решение насущных вопросов. Формат для семей, конечно, новый, но наши вот многодетные родители в основном пишут. Но одно дело по почте, а другое дело вот глаза в глаза, как говорится, на личном приеме, вот, обозначить вот эти вот проблемы, не только свои, но и которые касаются вот большого количества людей. Мне кажется, так оно, ну, более действенно будет. Действенно, возможно, будет еще и потому, что все обращения фиксируют представители как законодательной, так и исполнительной власти. На первом приеме присутствовали депутат Законодательного собрания Тверской области Лилия Корниенко, заместитель министра демографической и семейной политики Тверской области Ирина Ходченкова, уполномоченный по правам ребенка Лариса Масалыгина, глава районов областного центра. Как показал первый день работы семейной приемной, перечень волнующих жителей региона вопросов во многом схож. В настоящий момент это все новые меры поддержки, прежде всего, потому что еще пока механизмы не отработаны, возникают нюансы, которые связаны с индивидуальными особенностями в той или иной семье. Также всегда актуальны это жилищные вопросы, как их можно решить. И вот надеюсь, что семейная приемная в партии «Единая Россия» будет тоже принимать в этом участие в рамках своего проекта «Крепкая семья», поскольку у них есть опыт реализации такой программы в других регионах. Словом, вопросов, которые предстоит решить первым лицам региона, дабы облегчить жизнь многодетным семьям Верхневолжья, еще предостаточно. И, очевидно, они будут прибавляться. Чтобы обратиться со своей проблемой к руководству правящей партии, достаточно посетить семейную приемную по адресу улица Вакжанова, дом 7. Прием граждан осуществляется по вторникам, средам и четвергам с 10 до 13 и с 14 до 17 часов.